ребята! Вы на канале Лиза Найс, и я вас очень-очень рада здесь видеть. Я запускаю новый формат видео, я надеюсь, он вам понравится. Он называется Stories. Эти видео будут рассказывать вам о очень интересных приключениях в жизни, которые могут произойти с каждым в реальности. Я надеюсь, тебе понравится такой формат видео, но если у тебя есть очень крутая идея для пранка, то обязательно ее пиши. Ребята, видео истории я буду помечать как fairy tale, а пранки так и останутся пранками. Ребята, сегодняшняя история не поместилась в одну серию, а сегодняшняя история в одно видео не поместилась, и она называется «Тайна личного дневника». Приятного вам просмотра! Ребята, и нас уже скоро 1 000 000 ананайсиков. Я очень-очень рада, поэтому советую тебе подписаться, ведь на 1 000 000 ананайсиков я разыграю 3 iPhone X. Если ты себе хочешь iPhone, то подписывайся и нажимай на колокольчик. Так прикольно, прикинь. Да, прикольно. Серьезно. Серьезно. Ты поняла, да? Да. А помнишь прикол, когда ты просто угораешь с этого момента, ты такая типа, что? Да. Так вот, я ЗОЖ. Карин, ну только скажи честно. А кто бы еще мог придумать такое? Да ладно, ну респект тебе. Слушай, у меня есть очень крутая идея. А что ты придумала на этот раз? А погнали-ка в кино. Спасибо, Лиза, ты как всегда вовремя. Я вчера была в кино уже с мамой. Да, была. Хорошо, тогда идея покруче. Ты была с мамой, а сейчас надо собрать большую компанию и с компанией пойти в кино. Как тебе? Круто. Так а какой большой компанией мы пойдем в кино? Ну, например... Круто! А ты уже со всеми договорилась? Если честно, ни с кем не договаривалась, но это не проблема. Я напишу им через Инстаграм. Блин, мне кажется, за это время, пока мы гуляли, я уже состарилась. Давай пойдем где-то сядем и всем напишем. Пойдем. Так, а где наша скамейка? Вот, вот, видишь? Да, да, о боже, мы все лето здесь провели. Открывай скорее свой Инстаграм, надо уже все написать и пригласить их в кино. Так, кому пишем? Даше. Да, ты поняла. Да, да, да. Телефон. Опача. Линейка. А зачем тебе, кстати, линейка? Пишем, ну, 100% ему. Да. Так, напишу Даше. Ну, дело движется быстро, Даша 100% будет. Так, ну, я думаю, мы с тобой точно будем. Сейчас найдем. Привет. Так. Вот, вон он точно будет, я уже спросила. О, господи. Боже. Это Мария Неро. У кого ты спросила? Хорошо. Тогда я спрошу. Окей. Так, все. Все будут, и это очень круто. На сколько идем? Давай на 5. Да, хорошо, на 5. Лиз, смотри, что это такое? Рюкзак. Твой? Нет, не мой. Ну, и не мой точно, мой вот. Лиза, это не мой рюкзак. Я шла без него. Качай рюкзак. Кто-то забыл? Так, а чей это рюкзак? Так что делаем? Да, ничего не делаем, просто пусть висит. Пойдем домой. Да ладно, Лиз, так нельзя. Ну, а что ты предлагаешь? Ну, посмотрим, что там. Посмотрим, что тут у нас лежит. Ну, Карин, ты придумала. Ну, это же чужой рюкзак. Ну, посмотрим, что здесь лежит. Возможно, найдем какую-то личную вещь и отдадим хозяину этого рюкзака. Ну, ладно, окей, давай посмотрим. А если там бомба? Карин, это была шутка. Лиза, не пугай меня так. Какая бомба? Карин, давай садись, посмотрим, что там. Давай. Тут ничего. Ну, давай уже скорее, открывай.
Ого, сколько всего! Жесть! Давай доставай, что тут? Нифига себе, планшет Apple. Ого. А, он разряжен. Блин. Жаль, но разряжен. Картошка фри? Что это? Ух ты! Это проводок? На iPhone. Наверное, на планшет. Давай дальше. Так. Что это? Что это? Наушники. Так, разъем. На десятку? Да, это десятка и больше. Значит, знаешь что? Хозяйка этого рюкзака просто любительница Apple. О, смотри, какой прикольный блесточка. Такой красивый. Что? Медалька? За второе место. Кто носит в рюкзаке медальку? Так, не понимаю. Наушники на Android, наверное. Подожди, а смысл наушников на Android, если планшет Apple и, как я поняла, телефон Apple? Может, запасные, но в iPhone 10. Ну, в iPhone 10, но нет такого разъема. Значит, у нее два телефона. Наверное. Ну, такие наушники отдельно не продаются, значит, у нее два телефона, Android и Apple. Что? Это что, AirPods? Да ладно, настоящие. Подожди, а зачем ей третьи наушники? Раз, два, третьи наушники. Может, у нее три телефона? Слушай, смотри, у меня AirPods уже есть, может, это тебе оставить? Ну, давай, я не буду против. Ну, как бы мы взяли рюкзак, чтобы найти хозяйку. Ладно, потом разберемся, давай. Милота какая! С фламинго еще такие розовые! Может, тебе оставим? Их как раз две. Ну, Лиза, я же тебе только что сказала. Мы взяли рюкзак, чтобы найти хозяйку. Ладно, давай. Как интересно. А ты конфетку будешь? О, давай. Вот от конфетки я не откажусь. Вкусная конфетка. Карина, представляешь? Конфеты съели, наушники взяли, а ручки списали. Есть еще? Ладно, давай-ка там, смотри, что там уже дальше. Какие-то три маркера. Ну, это такое. Да. У меня тоже такой рюкзак есть. Кошелек. Милашный такой. Там что-то есть? Да, посмотрим. Опа. Ну, может, хоть это оставим? Карина, гуляем. Лиза, прекрати. Ну, а представь, не надо будет за билеты платить, за проезд, за Макдональдс. Это деньги хозяйки. Ой, какая ты нудная. Ты смотри, это последняя вещь в этом рюкзаке. Никакого телефона, ни ученического билета. Так а что делать будем? Ну, давай, может, посмотрим. Может, хоть в блокноте написано? Ну, давай. Не уверена, что здесь может быть что-то интересное. Посмотри, какой рисунок смешной. Офигеть. Смотри. Вау. Вот это она круто рисует. Угу. Смотри, что-то здесь. Я так и не поняла, что это за рисунок. Просто какой-то граффити. Но прикольно рисует. Да, очень. Мне нравится. Верно. Так, подожди. Она и любит музыку. У нее наушников много. И рисует. Может, она еще танцует? Я не думаю, что мы это знаем. Так, стой. Останови. Our school isn't bad, but became better. But can be better. Наша школа неплохая, но могла бы быть лучше. Это явно местная. Угу. Давай дальше. Это личный дневник чей-то. Что? Личный дневник ОВ. Так, ОВ, ты знаешь кого-то ОВ? ОВ, сейчас, подожди. Ну, кто у тебя из знакомых есть? У меня нету знакомых на ОВ. Нет, личный дневник мы точно считать не будем. Ну, Карина, а вдруг там написано что-нибудь про человека, и мы можем понять, кто это? Карина, ну вот как мы узнаем хозяйку, скажи? Хорошо, Лиз, ты меня уговорил, только читаем только для того, чтобы найти хозяйку. Mm-hmm. И никому не говорим про это. Давай. Хорошо. Я начинаю жизнь с чистого листа. Сегодня 1 января 2019 года. Я решила завести личный дневник. Мне надоела такая жизнь. Я начинаю год с новой школы, новой учительницы, с новых друзей, подруг, новой любви, с новых увлечений, интересов. Я оставляю в прошлом ложь друга, предательство подруги, грубость и хамство. Я живу счастливой жизнью. И мой личный дневник мне в этом поможет. Вот это находочка. Это да. Слушай, мне так интересно, что было дальше. Читаем? Да, давай.
2 января 2019 год, 16:40. Ребята, продолжение этого видео следует, поэтому нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить и чтобы узнать, что будет дальше. А дальше будет еще интереснее. И я надеюсь, тебе понравилось это видео, поэтому поставь лайк, мне будет очень приятно. Также у меня есть Инстаграм, я подписана вот так вот, ссылочка будет в описании. А с вами была я, Лиза, всех люблю!